Кольская скважина – самый глубокий лаз на планете. Невзрачная на первый взгляд труба в Мурманской области имеет глубину 12 262 метра. Именно такой отметки достигла Кольская сверхглубокая в 1990 году. Не так давно молодые исследователи смогли проникнуть в узкий лаз при помощи камеры, фонарика и нескольких десятков мотков прочной лески. Но аматорам не удалось добраться до дна. Их приспособления застряли, не пройдя и десятой части маршрута. А вот в клинике проктологии доктора Изюмского приспособления не застревают и проходят весь маршрут до конца. Ведь у нас трудятся не аматоры, а настоящие мастера, влюбленные в свое дело. Доктор Изюмский пройдет там, где другие обосрутся.